Всем привет, вот кажется вот этот пирожок. Какой вкусненький. Еще сок. Томатный со сметаной. Ну все же знаете, да, этот пирог. Что туда надо? Стакан кефира, стакан варенья. Соды, сахар еще добавляют. Да, да. Он такой вкусненький получается. Вы его потом чуть разрезаете на две части и смазываете сметану с сахаром. Тоже хотела комментарий ответить. Там она написала, что через год памперсы будут менять. Увы, не будут. Не очкуй. Вообще, я вообще не понимаю людей. Как вообще хватает совести мне такое писать? Эти же люди недалекие. Да, да. Можно вот такой пирог с любым вареньем испечь. Кто любит, может, вишневое? Он, Ксения, привет тебе. Ты же любишь печь, ты же знаешь этот пирог? Он, правда, такой серый, невзрачный, вкусный. Пылинку было лучше видно. А что мы испекли пирог? У меня сегодня у бабушки день рождения. У бабушки уже 15 лет нет.
muito da fome brasileira. Вкуснятина. Ну все, Ленька наелась. Ой. Аж объелась. Что хочу? Мира и добра. Всем пока.